Маргарита Лягушка. Уважаемые жители России, мы матери и жены наших военно-мобилизованных. Я сейчас, конечно, волнуюсь, мы все волнуемся. Мы обращаемся к вам, чтобы вы видели и знали, что происходит у нас в России. С теми людьми, которые призвали в нашу любимую армию. Наши дети 10 октября пропали с наших поль зрения и со связи. На связь. И выходят вообще пропали. Да, куда обращаться? Мы стучимся во все двери. Никто ничего нам точно не говорит. Вообще приняли только заявление. Как заявление это будет рассмотрено? Неизвестно когда. В месяц, два. Что нам делать? Помогите нам. Мы обращаемся на телевидение. Телевидение не хочет с нами общаться и сотрудничать, потому что, видимо, боятся. Обращались к Старовойту. Старовойт сказал, что он некомпетентен в этом вопросе. Обращаться в Министерство обороны, писать жалобы, уведомления. Воинские части тоже бездействуют. Есть те люди, у которых патрули несовершеннолетних детей. Их все равно призвали и отправили в зону СВО. Молодые ребята попали. Неизвестно куда. Да еще даже не подготовленные, Пожалуйста, помогите распространить нам информацию, чтобы наша просьба, которая мы хотим проверку, мы хотим, чтобы наших детей нашли, чтобы люди как можно больше распространили информацию для того, чтобы наше руководство, наше начальство, наша вся власть услышала нас и нашли наших детей.